Про киношку я вам потом попозже расскажу. У меня к вам вопрос, что с моей Сансеверией? Видите, вот здесь вот такие, как болячки на листе появляются. И потом они разъедают листья и получаются вот такие вот проплешины. Что вот это такое, я не знаю. И я не обращала как-то внимания, у меня цветок был повернут к стене, и я не обратила внимания то, что у меня некоторые листья вообще конкретно пропадают. Видите, вот. Я думаю, может быть, из-за того, что я опилок сюда наложила. Я когда цветок пересаживала, мне не хватило земли, и я решила так вот опилок, но они, во-первых, не свежие. Это свежие забирают как-то азот из почвы. Эти я подумала, что наоборот будут полезные, как бы предохранят от пересыхания почвы, ну, как обычно, мульчируют. Так вот, может быть, эти опилки повлияли вот на такую ситуацию. Ну, я что-то сомневаюсь. И еще я занесла этот цветок в комнату. Здесь ему, может быть, недостаточно света, что ли. Я, конечно, попробую на балкон вынести. Но как-то очень вот эти вот пятна похожи на какую-то болезнь. На какой-то вирус прям похоже. Я вообще очень расстраиваюсь, потому что вот этот цветок мне нравится, и он, не сказать, чтобы быстро так рос. То есть здоровый вид вот такого цветка, это, можно сказать, богатство, потому что растить это не один месяц. Выглядит довольно симпатично, но если у меня вот так вот листья начнут болеть, то это будет хреновенько. И самое главное, что я не знаю, в чем причина. Как бы у меня все растение-то не погибло, вот чего. Если это какой-то вирус, то у меня могут погибнуть все растения. Хоть прям пересаживаем. У меня тут парочка вот здоровеньких есть. Нет, ну до чего шикарный цветок, не могу. Он у меня один раз цвел, выпускает такую стрелу на гиацинт, похоже, и запах примерно такой же, очень сильный, на всю квартиру пахнет. В общем, мне этот цветок нравится. Поэтому, если кто знает, что за вредитель, пожалуйста, напишите, я вам буду благодарна.